продолжим развивать колонию. На чем мы остановились-то? Сборы ресурсов. Так, ну пока мы просто ресурсы собираем. Сразу свалы побольше. Как-то не очень аккуратно, конечно, с пустым, с пустотами осталось, ну ладно. Топливо у нас еще пока не производится. Или не такое. А, производится топливо, уже 10 заправили. Здесь 29. Sector scanned. Anomaly found. Найдена аномалия. Где аномалия? Сразу разведчика сюда. Добавим, что просто, ну и батарейку добавить, иначе она одна, она будет заряжена, но она выдает там 20 энергии, а допустим нам нужно будет 40, она просто не сможет этого давать. Sector scanned. We discovered unusual crystals in the remains of a meteorite. 400 миллионов получаем. Здесь не будем ставить, здесь батарейку поставим. А панели мы поставим немного ниже, сразу с запасом. Потому что сейчас будут стройки, стройки, стройки. Наверное, этот угол весь просканирую, и тогда уже пойду дальше куда-то сюда. Территории у нас тут маловато, я бы сказал. Очень даже мало. Но зато драгоценный металл уже есть немножко. Немножко денег уже можно заработать. Одна единица, насколько я помню, 25 миллионов стоит. Тут 564 единицы. В принципе, по деньгам хорошо выйдет для начала. Что у нас с исследованием? 53%. Sector scanned. Так, еще драгоценный металл. Еще вот здесь было что-то хорошее, вот в этих секторах, чтобы здесь день купол поставить. Так, электричество у нас прям очень даже много. Можно, конечно, и вот здесь купол построить. Здесь металл. Просто металл, драгоценный металл есть, и так место хорошо, потом поставить какие-то марсианские чудеса место будет. Пока, пока спешить некуда. А, уже полный. Да, с металлом, как обычно, проблем нет. Уже 250. Но достаточно много получилось здесь на месте высадки. Бетона маловато. У нас еще немного здесь есть. Так, одна ракета у нас все. Ну, отправляем ее, дроны сейчас перезакрепятся. ЗЦУ дронами, скорее всего. Но здесь вот удобно купол делать. Тут вода рядом будет. Для начала. Ну, хотя купол здесь не поставить. А, ну здесь купол поставится нормально. Купол поставят, здесь вода подведется. Наверное, проще будет его здесь. Пару выпариватель поставит. Поставить его хватит, чтобы воду добывать для воды и для производства пищи.
Ну здесь бы хорошо бы, если вода где-нибудь, здесь вот где-нибудь открылась бы. Sector scanned. Что-то все пусто. Не густо на ресурсы. Уголок какой-то неудачный. А, это я здесь сканировал. Ну тут тоже не густо. Улучшение экстракта увеличит производительность на 25%. Энергоснабжение батареек мы настроим. Так, и дроны улучшим. Попробовать туннель заодно построить. Не строил еще ни разу. Как это будет выглядеть? Мало ли, может, здесь какие-то залежи интересные будут. Получить два модуля ЦУ дронами. Что-то у меня первая такая аномалия. Четыре модуля выпаривать ли? Получить денежные средства. Да, два ЦУ дронами мы их сейчас так строить смогу. А денежные средства пригодятся. Кстати, сколько вообще денег-то у меня? Да, можно было не жать денег-то у меня, оказывается, до хрена. Ладно. Так, ну будем ждать дальнейшее разведывание секторов. Улучшений. О, еще одна аномалия. Спешить с колонистами нет смысла. Потому что в итоге будет не хватать воды, еды, работы, я не знаю, там. Ну, вообще нет смысла с ними спешить, поэтому небольшую еще перемотку сделаем до следующей аномалии. Так, ну у нас, в принципе, появилась еще одна аномалия. И так как у нас, в принципе, денег много, я думаю, можно заняться и куполом. Заказать пару-тройку выпаривателей, или даже трубу здесь вот провести. Накачать отсюда немного воды и поставить вот здесь вот купол. Так что... Построим ЦУ дронами. Так. Ну, ладно. Построим ЦУ дронами вот здесь.
здесь мы построим все склады еще тоже. Склады здесь, так и недалеко, нормально ставим. Склады здесь построим, и нам даже не придется ничего сюда перевозить. Ничего не возить, мы строим здесь ЦУ шаттлов. Шаттлы строятся, топливо у нас производится для них, и шаттлы нам будут сейчас с этих складов возить на эти склады. Все для постройки. Так, что у нас тут? Все без ресурсов, как всегда. Так, что еще? Еще что? Ну, пару ветровых поставим, чтобы ночью тоже производить. Хотя, ладно, ладно, не будем сейчас много всего настраивать. Сразу экстрактор. Экстрактор где-нибудь вот здесь. Так, выпариватели. У нас же нет выпаривателей. Надо же заказывать. Грузовая. Модульные постройки. Так, сразу пару ЦУ дронами. Чуть-чуть дронов. Ну и опять же запчасти с электроникой. Ну, в принципе, пищи закажем на всякий случай. Мало ли мало привезет вместе с беженцами с Земли на Марс. Research complete. Свечек с искусственным интеллектом. Да, только я дрона, ЦУ дронами заказал с земли. И вот открылось улучшение. Строить самому ЦУ дронами. Но это пока улучшится, это будет не скоро. Так, у нас металла нету. А, у нас шаттл еще не построили. Почему? Не хватает полимера. А, везут полимеры тоже. Постройки. Ну, правильно, нет металла. Нет электричества. Так, ну купол начали строить. Затягивать видео не буду. В следующем видео тогда уже первые колонисты, первая работа для колонистов и так далее. Ну, купол лучше вот выбирать возле драгоценных металлов. Все остальное, это, в принципе, добудется. Металл, он лежит везде. То есть вот это я месторождениями даже не пользуюсь. Бетона, я уверен, что мне для начала хватит вот этого месторождения. Но если не хватит, еще вот парочку, ну вот здесь я, допустим, построю, этого будет выше крыши. Потому что в дальнейшем строишь чудо марсианское, и там добываешь бетон просто из земли. Бесконечно добываешь бетон из земли. Я так понял. Либо там очень много его, потому что я добывал солов, наверное, 200, у меня даже и приблизительно к середине это все. Так, ну продолжим тогда купол строить и высаживать уже в следующем видео.